Подрядчик маленько поторопился сегодня, да, назначив вот день здесь приемки. я, Олег, Есть некоторые недостатки, мы еще сейчас показать посмотрим что до конца объект и примем решение. Ну, что-то будем рассматривать в рамках гарантийных обязательств, на что-то укажем. Ну, а решение конкретное принимем попозже. А какие недостатки? Недостатки не сформированы, клумбы. Есть, где они обрезаны, это поля. Но есть, конечно, и в санитарном состоянии. Ну и дальше пройдем, посмотрим там по плитке. Ну, вроде они исправляли. Сейчас нам подрядчик укажет, посмотрим все. С замечаниями дадим, если что, время на устранение недостатков. И... А сколько? Я прошу прощения, мы каждый день будем собираться? Ну, извиняйте, подрядчик такой у нас пока. Какой? Ну, вот, видите, пригласил, а не рассчитал свои силы не до конца, сформировал клубы, приват это все делает. Ну, а что-то оставим, у него гарантийный срок на исправление, конечно, поэтому примем решение, вам сообщим. Сегодня опять не принимаем? Не знаю, посмотрим, будем собираться. А где Корзик вообще, почему его нет?